Подтверждаю, БМП на месте. А, понял, она от меня за горкой сейчас. Она в камешках так уютненько засела. Меточку уточню. Паша, а есть ли смысл выехать? А, ну, БМП смотрит в сторону перевала. Дороги. Ну, в принципе, она заняла очень плохую позицию, она в низине. Вероятно, да. Так, на ретрансляторе видел движение одного пехотинца, пока больше никого не вижу. Ну, на вышках, короче, на антеннах. Я могу проехать так, чтобы будет видно бэху, скорее всего. Но опасно. Вот. Так, внимание, БМП куда-то уехал, я пропустил момент, когда она съехала, или нет? А, Паша, БМП куда-то уехал. Там возле метки Альпы на горе, короче, на этой турчике сидят. Понял. Вот метку дал, ворон КПРК, разберитесь с ними, мы вот просто физически не дострелим до туда. Предлагаешь нам влезть в гору и заниматься не турмом? Да, ну кто там, Альфа есть? Да нет, поднимаем. А, ну Альфа пусть. Просто Альфа учтите, БМП уехала, неизвестно куда. Так, БХ съехала. Непонятно куда так. А, метка на туристов появилась. Она там с Альфой. Ну, могут. Ну, Альфа сейчас займется, попробует туристами. А я пока бэху попробую найти. Наверное, где-то рядом. Ворон, это по вам отработал? Да, это по нам, короче. Там турщики на нас навели эту бэху. А где она стоит, не поняли? Вы не успели да понять? Да мы знаем, где она стоит, мы высунуться не можем. По нам либо сейчас этот туров пальнут, либо бэха завалит. Ну ты меточку-то дай хотя бы на нее пока что. А она есть на той же меточке. А, хорошо. О, БМП там же. Где там? Там же тоже. Она запалила чары. Так что сейчас в нашу сторону примерно смотрят, сильно не освещено. Нас пока еще не увидят, но могут. Положили или что за два трупа? Нет, все нормально. Джавелин у Чарли? Нет, Чарли мы живые все. Нет, Джавелин, у кого сейчас? А у нас, у меня, я не могу выступить, если сказал почему. Понял.
флэйр живой? Да. Понял. Возле вас мы тут цирка. Нет, убили корабль. Да, одного убили, штормуем их. Понял, кошмарьте их там, короче, сейчас с джавелином попытаюсь что-нибудь сделать. Связи нет? Да, стоит. Пройдите вперед в невинку. Сборщик есть. А, подожди, блин, кнопку заклинил. Кстати, или хотя не, у шестой там, смотри, что ты не видишь. Всем внимание, сейчас через нас, скорее всего, вражеская пехота может пойти. Чарли, жечь. Это было бы странно. Почему Чарли спасать пехотку? Он бегает. О, два, вижу, муравьишки бегают. Меточку там дал на карте на два пехотинца за другой. От вас, короче, вот, вот ваша гора, и перед следующей горой там есть низинка, и ровно в этой низинке лежит человек, и я на него навелся с джавелина. Нет, это он встал, короче, идет к вам десятку по левой стороне. Лег. Я ухожу с наблюдательной позиции. Ваша лавка цела? Да. Ой, нет, батарейки дали для динамера. Опять стреляет, походу. А у нас снайпер есть, да? Жаль. Одни промахи.
Это с обороны. Мы так под шумок можем же зайти. Да, я уже думал об этом. Сейчас пока они БХ заняты, мы можем действительно зайти сейчас. Давайте так и сделаем. Сейчас я передам, что мы идем. Так, всем группам там начинают движение. 10. Мы потихоньку попробуем взять станцию сожжения. Ну, один раз выстрелил. Нам на 290, на 300 надо идти. Все, давайте потихонечку. Флайер, у вас есть на северной части склона свои? Флайер, вы вообще живые? Флайер, прием. Поднос. Из Элька вообще есть кто на связи? А, Вальца? На метке. Флайер. Сейчас скажу. На метке. Паша. Сейчас, подожди, стоп. Живой. На Рока дать дрон. Еще кроме Паши у вас есть кто? На нас палец, палец. На нас смотрит палец. Альфа принял. Да пофиг, через лес она ничего не сделает. Браво, прием, есть кто-то? Вы? Походу, браво закончил. Ой, альф. Альфа, ты. Давай на него. Ты стесняешься? Да. Южный бункер, человек бегает. На станции сражения. Южный этот из мешков, двухэтажный бункер. Где деревянные с коричневыми постройки. На втором этаже. Пошел метис. Пуск, пуск. Это Джавелин был, не метис. Огонь свободный, да? Ну да, если можешь убить, а не пошугать. Пока как можно ближе сближаемся с врагом. А вот метис пошел. Я чуть восточнее обойду. Вперед, восток. Блин. И пока вижу, на возвышенности лежу, смотрю в сторону этих бункеров. По крайней мере, южный я вижу. Тоже вижу южный, но вижу только верхушку его. Нам главное как можно ближе сблизиться, чтобы начать атаку, и БХ уже точно не могу нам по нам бить, иначе по своим будет. Хотя и это не остановит. Короче, в бункере сидит на
Западная часть бункера южного. На первом этаже сейчас там чувак сидит. Понял. А окна куда выходят? Окна и на юг выходят. Вход с запада. И получается с востоком будет. Или у него один сторонный вход. А, вход получается западный. Не очень здорово. Попробую с запада сейчас зайти через лес. Как раз вход сейчас прикрою. Лавка, заедь в низинку впереди тебе. Лавка еще живая, кстати. Слушай, низинку это там, где вы стартовали? Нет, низинку это куда тебе вперед проехать, где по направлению корпуса. Вот смотри, перед тобой гора, мне да? Кажется, зона что? Мне кажется, говорят, что у них в зоне не очень много людей. Да. Обзираем, посмотрите, никого не вижу. Это БМП бьет по чару. По лапке. У меня кто-то у рации брал и спросил творог. У нас же таких нет. Я в ней. Есть. Следишь, как где-то рядом. Нет. Но над головой рядом. Мне кажется, он на усы где-то сидит на высоте. Да, да. Прием, я перейду. У нас нет. Ну, ладно, ладно, я через рецепту меня тут. На склоне, а где-то, наверное, снайпер сидит. Ну, наверняка. Тебя окон по этому деревьям. Так, ну все, я на месте, я вход смотрю. Если это говно выйдет, я его застрелю. Оно на втором этаже на... смотрит, по-моему, кто на мою предыдущую позицию. Оно с РПГ. На втором этаже. Их там два. Прием. Смотрят на карту. Я хоть прямо в 100 метрах от поста, но только ровно с вас. На позиции бойной. Короче, один наверху, один внизу. А чё там вест? А что есть? ЛП. О, нет. А жаль. Это да. Бежит еще один туда же. Масленок с СВДшкой бежит. Это он, наверное, стрелял. А с юга забежал в ангар. В этот, в бункер забежал. Их трое теперь. Бля. Нет, это не тот, слушай. Так, а вы только остался. Хатакую. Ну, СВДшник забежал. Чё, приказ есть, хватит? Ну, в низинке сиди пока, если он ты... Он ходит, вижу, смотрит по сторонам. Там, флайер не зачистил вот этот турщиков. Как не зачистил? Ну, там уже вроде наши. Альфа, есть кто надувает? А про тот ли блокпост мы говорим? Ну, вот, по-моему, да, дай метку, пожалуйста. Ну видишь, он каркарыч, метка. Да, метка пост. А, все, это тот ваш, я теперь увидел РПГшника. Видимо,
у меня там их трое сейчас, три масленых. Принял, вот сейчас у них выстрел был на востоке, возможно, они восточно подпялятся, и я попробую. Один вышел, опять со СВДшкой. Он что-то вообще что-то делает, непонятно, что он делает. Еще один за ним выбежал. Ушли они. Куда? На север, по дороге ушли. Зонга. Вижу, вижу. Буду работать. Так, один еще убегает на запад. Забежал опять ангар. Одного только убил. Понял. Ну чё там каркарит жил? На втором этаже. Заставил прилечь. Пока давлю. Помощь нужна? Там все остальные подтягивайтесь к этому ангару. А то я смотрю, только один краб штурмовый. Крабжи? Есть вообще живые группы у нас тут? Чарли выжил. Чарли. Вы лежите на пике горы, у одного из вас пулемет, один в бинокль. Прикиньте, все пеньки светятся, как тепло. Ужас.
МТС у части народа будет. Краб. Я к вам подъеду. Куда пропадал, Паша? Мы сдвигнули. Тимспик у меня падал. А сдвиг. Понял. 3 РПГ в ящике. Возьмите, отработаем по следующей. А есть кто-нибудь в бункере на точке? Есть, есть. Южный бункер наш вижу, занят. Вижу. Южный занят. Откуда? Бьем по этому бьем. Призывают сделать остальными РПГшниками. И бы хапанул. Кого-то в лесу вижу. Она от вас, то есть вы южный заняли, слева от вас получается западный лес. Есть кто-нибудь? Говорят, слева от нас кто-то в лесу есть. Не знаю, сейчас проверим. Быстрее. В кустах лежит, на вас смотрит. В кустах на нас смотрят. Убил на блокпосте одного. Или это свой? Пошел дальше. Меня кто-то стреляет. Бессмертный, в него входят снаряды, ему плевать. Ну, не знаю, может он умер уже. Скорее всего он ранен. Да не, ему вообще пофиг. Убил на первом этаже. Понял. Слышно. Принял.
краб же. Кто бежит в бункер? Риксел. Понял. Второй этаж не проверил. Второй этаж прыгать. Тут как РПГшек лучше. Три штуки у меня. Так, ну ретранслятор мы взяли, можем вверх подниматься. Эту станцию сожжения. РПГшки возьмите, будем выбивать их. Так, где? За второй этаж. На лесенке лежат. Северный бункер, лестница, на ступеньках. На ТВ есть кто? Чего? Отлично. Мы взяли станцию. Станцию слежения мы взяли, а теперь антенна. Все, давайте всем ради уши. Там где-то УАЗик был, он целый, в общем. А, вон он. Не знаю. Все, чур будет. Поднимаемся наверх. Лавка жива? Лавка. Я крикнул, короче, раза два в тур по нему летит, но он вроде не успел это отъехать. И сам отъехал. Паш, передай, что УАЗик свой. Так, УАЗик свой. Передам. Тут надо будет найти, где еще нам подняться. Ворон, ворон там. Это Чарли поехал. Понял. Ко мне сюда бежать. По дороге наверх на 260. Сейчас поднимемся, там склон найдем, который на антенну выходит. Поднимемся на антенну. Сейчас пока по дороге наверх поднимемся. Я устал, иду медленным шагом вверх. Потихоньку там сбросить лишние магазины. А встать и медленным шагом идти, то есть медленно нужно будет. Он встаю, он сразу ложится. А, понятно. Ну немножко отдохнуть, и потом можно медленным шагом идти. И одновременно надо отдыхать при этом.
Куда они ГАЗ-66 дели? Был же грузовичок. Ворон, вы закончились? Ворон, привет. Так, походу, куда УАЗик уехал, их там встретили и расстреляли. Меточку можешь дать, скрыться и дать руку? Что-то, по-моему, тебя со спины бьют. 40 где-то стреляют под горой. Так, УАЗик наверх уехал вообще. И это Сэмки, ну, свои, наверное. Наверное. Я там, где вот заканчивается дорожка небольшая, и там два дома, один такой коричневый, другой серый. Вот такие маленькие сараи. Я чуть выше, метров 50. Понял. На. Ну там был ворон. Ворон на УАЗике, еще кто-то с ним был. Ворон был один, а я бежал за ним. Там два человека было. БМП-то не сожгли. На 300 на хум подниматься. На себя метку дал. Так, труп нашего потянет.
караваш, а то я так буду ползти очень долго. На спину его попробуй положить. Вообще жизнь, конечно. ДВ скинул. Чего? По мне стреляю. С дуги, скорее всего. Сверху, да, бьют? Вроде да, я точно не видел. Это ты, по-моему? Да-да. Понял. Сейчас дам за... Тут наверху враг. Я только подниматься буду сейчас. Старший. Да. Поиграл, Паша, поиграл. Да. Паша, ну Райс рубить выжил. Надо, посмотри, где азарт Виксов, 300 лет. Да, они не убили. Прайс выжил. Уже там полторы минуты осталось. Прайс выжил. После стольких гранат. Ну, Клира пошёл. В лицо прилетел. Эти гранаты были такие четкие, вообще, Паша. Там двоих положили. Ну, Прайсу, по-моему, вообще упала граната прямо под него, его аж там перевернуло всего. Каркарыч, кочегар здесь? Здесь. Вы заебали нахуй в ТС писать, блин. Знаете, как это отвлекает? Дым-дым-дым-дым. Они просто пиарят свои каналы. Пиарят. Вот смотри, Декфор, смотри на Декфора. У него виксел там в метрах 10. Смотри, они просто друг друга... в спину, он постоянно стреляет ему в спину. Опа, заметил. Так у виксела нет оружия. Не заметил.
Виксел так прогуливается там по горам. Под дурака косит. Неизвестно кто. Блин, я умер из... Блин, тупость. Текстурен. Гранат пролетел. Нет. Она не видит. Впереди себе по текстурен стрелял, не по врагу. А чё? Аути свайф. Он не слышит. Выпищу. Ну один. Ну-ка, что быстрее, время или... По кому он стреляет, объясните, пожалуйста. По... Ладно. А, быстрее, Сал такой, чё такое, да? Всё, пошуруми. Я думал, он успеет, я по себе стрелять. Она сама закончится. Час же дает. Да нет, походу не час. Да нет, нет. Час ещё видел, что сделал. Виксел пулемёт поставил. 18-й. А что с временем? То уже 60 минут прошло, а... 58 прошло. Сейчас. Блин. А день какой?